Яма глубиной сотовый телефон образовалась на одном из самых оживленных участков города. Именно по этому участку дороги ежедневно приходится ездить на работу Михаилу. И если ранее удавалось маневрировать, чтобы не стать участником ДТП, на этот раз объехать препятствие помешал встречный поток машин. В итоге два колеса можно смело вынести на мусорку. Из-за поворота выезжая, я специально сейчас прошел, нет никакого дополнительного знака, информирующего о плохом состоянии дороги. Но выход из-за поворота примерно 35-40 километров шел. Идет встречный поток машин. Я не могу выехать на встречную дорогу, на встречный участок, чтобы объехать. Ну и не смог в этот раз поймать расстояние-то между колесами. Ну, жалко колесо восстановить, потому что у нас семья большая, у нас 9 детей с женой. Для нашего бюджета это, в общем-то, большая неприятность. В свою очередь местные жители рассказывают, им однотипную картину приходится наблюдать ежедневно. Доказательство тому – различные покрышки на обочине, которые лежат как на витрине магазина. Наблюдаю каждый день одну-две аварии. Вот так выбивают колеса, диски, и все стоят, они здесь ремонтируются. С той стороны ямы он объехать не может, едет сюда навстречу, а там прижимает их. И люди же не все знают, это я как местный житель знаю, что там яма, и то чуть не залетел, раз прижали. Потому что это безобразие нужно кончать. Трасса оживленная. В администрации отказались дать официальный комментарий по сложившейся ситуации, но в устной форме пояснили. Данный участок дороги принадлежит им. К слову, пострадавшие намерены обратиться в суд за возмещением ущерба. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.